Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». В студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым выпуску. Беларусь і Венесуэла адносіны удзячнасці і павагі. Сёння ў Мінску адбылася сустрэча кіраўнікоў дзвюх краін. Лепшыя сярод лепшых сёння ў Гомелю шаноўлі работнікаў культуры. Зубр як сімвал Беларусі, моладзь рэгіёна рыхтуе сувеніры для ўдзельнікаў сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў у Сочы. Званочак тыгр ці, мабыць, бусел. Працягваецца прыём заявак на конкурс на распрацоўку талісмана другіх еўрапейскіх гульняў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Беларусь і Венесуэла маюць намер у бліжэйшыя 2 гады значна нарасціць супрацоўніцтва. Аб гэтым прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў сёння журналістам па выніках перагавораў з прэзідэнтам Венесуэлы Ніколасам Мадурам. Бакі абмеркавалі шэраг перспектыўных сумесных праектаў, якія забяспечаць удзел нашай краіны ў развіцці будаўніцтва, сельскай гаспадаркі, машынабудавання, нафтагазавай прамысловасці і іншых сектараў венесуэльскай эканомікі. У лістападзе Беларусь і Венесуэла правядуць у Мінску пасяджэнне камісіі, на якім распрацуюць дарожную карту сумеснай дзейнасці. Працягваем выпуск. Тое, што дорыць радасці, дае адпачынак нашым сэрцам. Без чаго нельга ўявіць сваё жыццё і лічыцца духоўным чалавекам. Усё гэта аб сферы культуры. Яе работнікі ў нядзелю азначаць сваё прафесійнае свята. Але мерапрыемства з гэтай нагоды распачаліся раней. На адным з іх сёння пабывалі нашы карэспандэнты. Інструментальная трыа лірыца – адна з візітных картак культурнай Гомельшыны. Сёлета споўніцца ўжо 20 гадоў, як калектыў пакарае і натхняе сваёй віртуознай ігрой публіку не толькі Беларусі, але і амаль што ўсёй Еўропы. Недаўна трыа вернулася з Казахстана, дзе атрымала першую прэмію і дыплом за лепшае выкананне казахскай народнай музыкі. А ганаровая грамата Савета міністраў, якую сёння атрымаў калектыў, стала чарговым доказам глыбокага прызнання таленту і працавітасці лірыцы. Наперадзе новыя цікавыя планы, напрыклад, выступіць у якасці квартета с вокальной партией. Мы уже работаем сейчас с очень известной певицей из Москвы, Славяной. И у нас будет скоро большой концерт в Гомеле. И она будет участвовать в этом концерте. Мы готовим программу и покажем вот наше творчество уже с вокалистом. Каб культурная скарбонка Гомельшыны папаўнялася такімі каштоўнымі калектывамі, важна своечасова разгледзець зерне таленту, а потым па справедлівасці ганарыцца іх поспехамі. Напрыклад, навучэнцы каледжа мастацтву імя Сакалоўскага безупынна становяцца пераможцамі беларускіх і міжнародных конкурсаў і фестываляў. І ў гэтым вялікая заслуга тонка арганізаванай беларускай сістэмы атрымання музычнай адукацыі. Когда встречаешься с людьми из России, например, они говорят: "Вы знаете, такие замечательные были участники конкурса". И оказывается, что это были наши дети. Гордость просто неимоверная за наше подрастающее поколение, за нашу страну. И понятное дело, что только духовный человек может быть счастлив. Вот до конца счастлив, в полной мере. Не толькі асобныя выканаўцы і калектывы, але і грандыёзныя культурныя святы. Гэта духоўнае аблічча Гомельшыны. Такі, як сожскі карагод, кліш Палесся, музыка надзеі. Акрамя таго, сёлета, дзякуючы свайму неацэннаму ўкладу ў культуру, рэгіёны і краіны, Гомельская абласная універсальная бібліятэка імя Леніна і Жлобінскі дзяржаўны гісторыка-краязнаўчы музей занесены на абласную дошку гонару, а Гомельскі дзяржаўны цырк – на рэспубліканскую. Да таго ж, у гэтым годзе ў Гомелі пачалі праводзіць культурныя мерапрыемствы абсалютна новага фармату. И в следующем году продолжит практику проведения гастрофестивалей, которые в этом году, так скажем, во всех средствах массовой информации были освещены со словом «впервые». Будем надеяться, что такое мероприятие будет проводиться на регулярной основе. Это из тех, которые нетрадиционно проводятся. Самыя выдатныя работнікі культуры з усёй вобласці, усяго каля 35 чалавек, атрымалі ўзнагароды, цёплыя словы і віншаванні. І такую рэдкую магчымасць – быць не за кулісамі, а стаць галоўнымі героямі свята. Марына Джала, Вольга Канавалова, Ігар Марышынка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Прадстаўнікі Гомельскай вобласці рыхтуюцца да ўдзелу ў 19-м сусветным фестывалі моладзі і студэнтаў. Як чакаецца на форум, які з 14 да 22 кастрычніка будзе праходзіць у Сочы, адправяцца 25 чалавек. Алег Сінцюроў пацікавіўся, як ідзе падрыхтоўка да гэтай падзеі.
Сегодня у гомельских школах тишина, и не только тому, что все учени на занятках. У членов пионерской организации в этот день вельми отказное задание. И они рихтуют сувениры для международного фестивалю молоди и студентов. Сувениры, которые белорусская молодь представит на форуме, это зубраняты. У первой школе до их вырубу притягнули пионерский актив. Работа не складанная, але она потребует уваги и уседливости. Каждый выполняет свою операцию. И это, кажут, принцип пионерской организации, работа у команде. У всего у Гомеля вырубить 100 таких сувениров, у целом по краине 500. Подчас выставы, якую организует белорусская делегация, их можно будет не только убачить, але и трымать на память. В рамках этой выставки предложат также участникам что-то сделать своими руками, а в частности взять этого зубренка, пришить ему красненькую попону с символикой пионерской организации и забрать этот сувенир себе на память, как и о форуме, как и о стране Республики Беларусь. У составе белорусской делегации, якая на наступном тыдне накируется на сусветный фестиваль молоди и студентов у Сочи, представники разных громадских организаций, БРСМ, Республиканская скаутская ассоциация, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, пионерскую организацию представить вожатые, у темнику гомельчанка Галина Друзь. У международных форумах она принимает удел не у первый раз, а тому у Сочи планует не только познакомиться с новыми сябрами, а и встретиться со старыми. И с этими людьми мы поддерживаем отношения до сих пор, они нас поздравляют с праздниками, помогают с какими-то идеями, мы им помогаем. То есть сказать, что эти отношения обрываются, нет, это не раз съездил и все. Это приобретение колоссального опыта и, конечно же, это приобретение тех знакомств, которые потом, к счастью, остаются. Сусветный фестиваль молоди и студентов еще не открылся, а для его будущих удельников он уже головная подея года. На початку наступного тыдня жаночая частка делегации отримает специально пошитые для уделу у форуме костюмы. Мужчины свое одение поспели уже примерить. Для всех белорусских удельников их вырубили на гомельском коминтерне. Хоть костюмы с национальной символикой не одинные, чем белорусы будут издивлять. У планах презентация студ от радужского и волонтерского рухов. Распрацовок молодых белорусских новаторов, сделанных у рамках проекта «100 идей для Беларуси», а так само белорусских традиций и достижений Украины у разных сферах. Также, как представитель гомельского отделения Белорусской железнодороги, я бы хотел там встретить представителей УАО «Российские железнодороги» и поделиться с ними своим передовым опытом, поинтересоваться у них, как у них налажена работа, и что-то по приезду внедрить у себя здесь. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». 15 листопада завершается прием заявок на конкурс на распрацовку талисмана других европейских гульнев, которые пройдут у Беларуси у 2019 году. Принять удел может каждый. Для этого треба пропоновать идею талисмана, выяву и имя. Свои пропановы, до речи, уже выказали ведомые белорусские спортсмены и деячи культуры. Так, главный тренер сборной Беларуси по веслованию на байдарках и каною Владимир Шантарович личит, что талисманом еврогульнев мог бы стать звоночек. Для меня Беларусь простор, безмежные поли и луги, где растет множество кветок. Серед их, мне здається, для талисмана найбольш подходит звоночек. И он символизует нашу тонкую и цікавую культуру, означил Владимир Шантарович. На думку бронзового призера летних олимпийских гульнев 2016 года по греко-римской боротьбе Джавида Гамзатова, на роль талисмана подходит тигр. Тигр уявляет собой высокородность, силу и хуткость. Это живела с вельми пригожей фарбовкой, якая грациозно рухается и хутко бегает. Я лечу, что тигр цалком подходит для того, как быть талисманом других еврогульнев, которые пройдут у Минску в 2019 году, сказал спортсмен. Засылать заявки на конкурс треба на электронную почту. Адрес вы зараз бачите на своих экранах. Прием заявок завершается 15 листопада. Переможцев назовут 15 снежня. Уладальники трех призовых мест отримают запрошальные билеты на мероприемства других европейских гульню, а так само комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси. Специалисты из Беларуси, России, Украины и Прибалтики обмерковывают у Гомеля проблемы физической культуры населения экологично несприяльных территорий. Международная науково-практичная конференция сегодня распрошлась у ГДУ имя Франциска Скарины. Окромя навуковцев, серед удельников – спортсмены, тренеры, инструкторы, врачи-валеологи. Усяго больше за 300 специалистов. Физичную культуру и спорт яны разглядают с разных боков. Нормативно-правового, медицинского, кадрового, туристичного. Новые законы, допинговые проблемы, уздеяние на физичный стан негативных факторов, оздоровленчие технологии. Разглядаются самые актуальные темы галины. И главное, что серед присутных завсёды есть практики, которые после обособляют
приводить у життя выпрацеванные на конференции методы вырашения проблем. Обычно обмен мнениями ученых и практиков приводит к тому, что мы ищем пути решения назревших проблем. И действительно, мы в рамках конференции, работы секции, заседания круглого стола, мы совместно находим ответы на очень многие вопросы, которые волнуют сегодня не только представителей нашей отрасли физической культуры и спорта, но и других организаций. Конференция нужна была после Чернобыля обязательно, потому что многие районы и Белоруссии, и России пострадали. Но оказалось, что и здесь можно тренироваться и стать олимпийским чемпионом и в сборную команду Белоруссии войти. Программа конференции различена на 2 дни. За этот час планируется провести шерох телемостов с замежными экспертами и круглые столы. По выниках работы будет выдаден сборник науковых артикулов. По свершению профессию для молодых специалистов першиню провели у Гомельской областной клинической больницы. Организатором урочистой церемонии выступил правкам медустановы. Удельниками сустречи стали урочи и медсестры, которые прибыли в областную больницу по размеркованию. Сегодня это 42 молодые специалисты. 4 из них урочи, остальные средние медицинские работники. Они доведались про историю медустановы и смогли задать керавництву больницы питание. Сегодня областная клиничная больница представляет собой буйный шматпрофильный центр, який оказывает плановую и экстренную специализованную допомогу населенству региона. За год тут обслуговывают каля 170 тысяч человек амбулаторно, еще каля 40 тысяч шпитализуют и оказывают стационарную допомогу. Штогод медики выполняют каля 20 тысяч операций. Молодым специалистам отпочивать не придется, а тому, как адаптационный период на первом работном месте проходил худшей, до каждого примацевали до сверченных коллег. Все лето с этой метой в Гомельской областной клиничной больнице организовали совет наставников. Создали совет наставников, будем регулярно собираться, обсуждать на этом совете возникающие вопросы, если они есть, и те механизмы, которые можно включить, чтобы людям действительно адаптироваться в специальности. Потому что на сегодняшний день меры ответственности медицинских работников и те требования, которые предлагаются медицинским работникам, они достаточно основательные, справедливые, и требования общества должно получать адекватный ответ от медицинских работников в сбережении своего здоровья. Як поведомили у профсоюзе работников аховы здоровья, все лето в регионе до працы приступили 379 молодых урачов и 589 медсестер. Акции по экспресс-тестированию на ВИЧ у рамках республиканской информационной кампании «Тычется на ватых, кого не тычется» прошли у 4 городах региона. Удельниками мероприемства стали больше за 1300 жихару Гомеля, Речицы, Мазыра и Жлобина. Свой ВИЧ-статус проверили амаль 800 человек. Один выник попередне становчи. Еще раз нагадываем, что махчимость самостойного тестирования важна для тех, кто по неких причинах не хочет звертаться в установу аховы здоровья, как сделать анализ. Ожидающие доведаться про свой статус могут набыть тест системы у аптеках. До інших тем. 30-годовая мазыранка обокрала не меньше 10 одиноких пенсионеров. Теперь она находится у изоляторе часового утримания. Следшие шукают потерпелых. Старейшему из них глубоко за 70, а самому молодому крыху за 50. Мужчины золотого узросту с задовольнением запрошали жанчину до себе у гости. Правда, не на чай, а на спиртное. Подчас беседы, коли господар страшивал увагу, гостя крала гроши. Некоторые потерпелые траплялися на ее вуду не однойчи. Мазыранка ранее уже судимое за махлярство, на этот раз будет отказывать по артикуле «крадеж». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жительницы города Мозыря 1987 года рождения, которая на протяжении 2 последних лет совершила ряд хищений денежных средств у жителей города Мозыря. Просьба пострадавших обратиться в Мозырский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь. И опошнее поведомление. Оперативное попереджение об несприяльной метеорологичной изъяве. Обвешены оранжевый уровень небеспеки. Ранее и день 6 красовика у многих районах в области и у Гомеля чекается узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. МНС рекомендует обыходить потенциально небеспечные объекты линии электропередачи. Водителям варто парковать свои автомобили удалечине от древ и слабо умацованных конструкций. У прогнозе на дворье на завтра
невялікія дажджы. Температура паветра складзе да плюс 9 уначы і да 11 цяпла ў дзень. На жаль, падстаў для ўключэння ацяплення ў кватэрах сярэднесутачная температура пакуль не дае. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.